Как скачать любое видео с любого сайта. Это добрый день, меня зовут Михаил. И да, в этом видео я вам предлагаю скачать абсолютно любое видео с абсолютно любого сайта. Я вам сейчас покажу результат, который я получил. Вот буквально только что я зашел на сайт, который называется smotry.com и скачал вот это вот видео. Вот я вам сейчас его включу немножко. А чуть позже, буквально вот сейчас, через доли секунды, я расскажу, как это можно сделать. Данный метод бесплатный, он без смс, без регистрации, без различных программ. То есть это просто такой жизненный, хитрожопый метод. Как я уже говорил, можно скачать абсолютно с любого сайта. Давайте вместе, чтобы вот в режиме онлайн, чтобы вы сказали, что вот, ты ничего не подтусил и прочее. Я открою Zumbi. Zumbi. Видеохостинг, как мы знаем, на Zumbi нельзя скачивать. То есть мы так думали раньше. Сейчас я вам покажу метод, при помощи которого мы скачаем. Ну давайте, чтобы сильно большое что-то не было, скачаем какой-нибудь маленький детский мультик. Например, ну давайте скачаем котенок по имени Гав. Я когда был маленький, мне нравился этот мультик. Давайте скачаем. А вот у нас началась реклама. Рекламу выключим и начинается воспроизведение нашего видеоролика. Для начала, что нам нужно, это работать в Google Chrome. Google Chrome браузер, и если у вас его нет, нужно скачать себе, установить, потому что только в нем есть такая волшебная кнопка, правая кнопка мыши по свободному полю и просмотр кода элемента. У нас открывается просмотр кода элемента, теперь приходим на вкладку Network. Запускаем наше видео. И теперь мы вот здесь вот графа Time два раза щелкаем, чтобы было от большого к меньшему. И переходим сюда. Теперь нужно немножечко подождать. Наше видео еще, как мы видим, не началось воспроизводиться. Я надеюсь, что оно нормально. Вот. Чуть-чуть повыше перемотали. И вот смотрите, что у нас получилось. У нас в самом верху получился файл, который до сих пор еще, вот если включаем перемотку, то он начинает расти. Вот он. Вот он этот файл. Здесь подсказка, что это видео в расширении MP4. Здесь его рост. Как бы, и все, что нам осталось, это взять и скачать его. Нажимаем правую кнопку мыши, Open Link нажимаем, да. Далее у нас произойдет или сразу же закачиваться будет данный файл, или нужно немножко будет подождать, но я сейчас не буду включать видео, чтобы все было по-честному, без монтажа, без всякой другой херни. Вы сами потом попробуйте, поймете, что метод действительно довольно классный, и можете качать абсолютно любое видео. Особенно прикольно так делать, когда есть, знаете, какие-то платные видео, то есть перед тем, чтобы скачать видео, нужно сначала за него заплатить. Таких сайтов до задницы. И действительно очень прикольно, когда вы просто запускаете видео и одновременно обходите все запреты на скачивание данного файла или возможности, допустим, покупки данного видеофайла. Долго думает. Видимо, файл все-таки казался большой. Давайте еще немножко подождем. Ждем, куда деваться-то. Я не думал, что будет настолько долгий. Десять минут мультик идет. Но до сих пор еще не началась загрузка. Ждем. Видимо, он качает полностью наш мультик. Вот он у нас скачался. Я только хотел выключить, как он открылся в браузере. Котенок Гав, да, как мы видим. Скачался полностью весь файл. Теперь нажимаем правую кнопку мыши, нажимаем сохранить как. И вот у нас появляется возможность скачать наш файл. Он теперь переходит в загрузку. После того, как он скачается, он откроется. То есть в двух словах, что мы делаем? Мы ищем, скажем, весь код страницы, который предоставлен здесь. Здесь есть, скажем, скрытая ссылка на скачивание данного видео. Она есть
практически в любом таком крупном хостинге. То есть мы просто ищем эту ссылку, еще раз повторяю, как мы это делаем, мы в Google Chrome нажимаем правую кнопку мыши, открываем просмотр кода элемента, набираем, выбираем клавишу Network, после чего мы можем запускать видео. Здесь оно может появиться не сразу, можно подождать, либо обновить страницу. Вот, запускаем наше видео. Вот у нас появились файлы. Видите? Для более удобства нам нужно найти либо здесь файл видео, он будет MP4 или в зависимости какого файла данное видео. Вот. Или же для удобства вот так вот сделать. От более большого к более мелкому. То есть мы видим сейчас, к примеру, нет вверху нашего файла. Нам нужно его поискать. То есть, если мы прокручиваем чуть пониже и уже смотрим, что ага, нету, да? Где же нам его искать-то получается? Где же нету? Нажимаем клавишу F5. И делаем все абсолютно то же самое. Сейчас пока сайт рекламодателя нам покажется. То есть, нам нужно найти будет наш видеофайл. Вот он уже здесь есть. Вот эта реклама, которая нам сейчас показывается, да? А вот здесь будет, судя по всему, показываться наш мультфильм про котенка Гав, то есть, который мы хотим скачать. Единственное погрешность, что тут немножко что-то вот подтормаживает. Вот, я сейчас перепрыгну чуть вперед. И вот, наверное, опять мы можем, да, я думаю, что мы можем качать опять котенка Гав. Открывать в новом окошке. Или начинается загрузка сразу же, или вот в течение какого-то там определенного времени. Вот, пожалуй, что и все. Такой хитрый метод. Поставьте лайк, потому что метод действительно клевый. Я желаю вам удачи. Тырьте свои видеоролики со всех сайтов. Удачи!